Очередная посылка из Китая. И вот такая вот большая коробочка, вернее конвертик. И в ней такая вот маленькая посылочка. И это у нас маленький кубик. Сейчас покажу какой. А вот она, манюня какая. Это кубик-брелок. Заказал его, естественно, конечно, не крутить. А чтоб был такой брелочек. Вылазь, блин. Чтобы так вот на ключи можно было прицепить. Давно хотелось я такую вот фенечку заказать. По идее, даже должна крутиться. Даже крутится, но очень туго. Страшно его крутить, чтобы не развалился. То, что он вообще не хочет крутиться. Но по идее, он крутиться-то и не должен. Он по идее должен выполнять функцию украшения брелка. Вообще я считаю, что у спидкуберов должны быть кубы не только, которые они крутят, или которые у них в коллекции, ну или теми, которые они мозг своим знакомым и друзьям выносят, а такие вот, как этот, например, как брелочек, чтобы такие небольшие фенечки и различные аксессуары, связанные с кубиком. То есть вот брелочки, еще какие-нибудь штучки, например, вот как вот такая вот штучка, кружка такая вот, кубик, есть пенал, кубик или органайзер. Такая, кстати, кружка есть и у Макса Чечнева. И эта кружка, что у меня, что у него, одного и того же происхождения, то есть у Сани Борисенки. Но мной куплена, ему он, конечно, подарил. Кружка прикольная, ну, маловатая, 200 мг. Для меня маловато. Я пью чай, и чай такой бодис конкретный, пол-литровый. В принципе, и кофе могу выпить, но тоже с пол-литровой бодии. Итак, по кубику. Кубик прикольный. Ну, не знаю, может попробовать смазать его, покрутить. А давайте сейчас попробуем. Но смазка животворящая сделала, конечно, свое чудо. И этот кубик даже вот начал вот крутиться. Конечно, локап страшный, но не так, что его вообще нельзя было провернуть. Вот он крутится и так у нас крутится. Ну, не знаю, собирать, конечно, его стремновато, так как может он рассыпаться. Ну, давайте пиф-паф попробуйте, что покрутить. Раз, два, та, нифига себе, что делает смазка с кубиками. Даже вот с такими вот маленькими декоративными. И давай, давай, давай. Я должен это сделать. Ну, не надо. Опа. Опа, опа. Вот так вот. 6 пиф-пафов. Вот такой вот брелочек. Когда смазать ее, даже может крутиться. Кто хочет себе такую вот фенечку, переходите по ссылке и заказывайте. Там, кстати, есть и других цветов. Там с циферками, с крокозябленками. Я заказал себе классический.